Получается, там у вас идут две лекции, которые политика общения с гражданами и политика внутреннего общения. Я вам вкратце буду рассказывать. Сейчас не будет такого, что я там, например... ну, читать с форума, с мануала не буду, просто укрыл, как надо, и все. Типа. С гражданами, коллегами общаетесь на «вы», получается, на пониженных тонах, не позволяйте себе материться и так далее. Опять же, ситуация, если вы гражданского вы задерживаете, а он начинает на вас орать, вы тоже разговариваете на пониженных тонах, ведете себя адекватно и не орете ему в ответ, так сказать. Вот. С коллегами не ссоритесь, дабы поддерживать дух работы. В принципе, наверное, все, что я могу сказать. Ну и с начальством не перекаться и не сопротивляться им приказам. Что-то типа такого. Все, в принципе, лекция на этом окончена.